Праздник профессии прошел накануне в Елизово. На этом фестивале собрались ученики 8-9 классов со всего района. Первым, конечно, примером для вас являются ваши родители и близкие. Вы уже начинаете в определенном возрасте интересоваться профессиями, в которых работают ваши мамы и папы, бабушки, дедушки, ваши родственники. Второй, конечно, и один из самых важных этапов – это, конечно, профориентирование в школе. То, чему посвящено в том числе и сегодняшнее мероприятие. Вот такое праздничное, имеющее состязательный характер определенный, ну и, конечно же, позволяющее вам проявить себя в определенных профессиональных направлениях. Ну и, конечно, третьим этапом для вас станет уже ваше самоопределение после того, как вы окончите школу. Об особенностях той или иной деятельности школьники смогли узнать не только из тематических буклетов, но и творческих выступлений своих сверстников. Кроме того, ребятам показали фильмы о различных профессиях – стюардессах, врачах и учителях. Итак, наш самолет готов к взлету. Удачного полета! Пройдет совсем немножко времени, и вот эти молодые люди будут определять нашу жизнь. Совсем вы не успеете глазом моргнуть, как вы будете уже работать. И от того, как вы будете работать, будете жить и вы, и мы, старшее поколение. Потому что все будет зависеть от вас. Но самое главное, чтобы та работа, которую вы выбрали, она соответствовала вашему внутреннему состоянию. Добавим, что муниципальный фестиваль-конкурс «Праздник профессий» в Елизовском районе уже стал традиционным. Десятки старшеклассников благодаря этому фестивалю смогли определиться, кем они станут в будущем. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.